Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 91. Упражнение номер 8. Объясни, как можно узнать одно из двух слагаемых, если известна сумма и другое слагаемое. Но для этого нужно из суммы вычесть известное слагаемое. Как можно узнать уменьшаемое, если известны разность и вычитаемое? Для этого нужно к разности прибавить вычитаемое. Как можно узнать вычитаемое, если известно уменьшаемое и разность? Для этого нужно из уменьшаемого вычесть разность. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.